Сингапурские исследователи разработали новое средство, которое заживляет ожоговые раны. Наногель состоит из пептидов, коротких цепочек аминокислот. Мазь действует по принципу строительных лесов, помогает коже восстанавливаться быстрее и снижает риск заражения. Лабораторные испытания показали, что при помощи геля ожоги полностью проходят через 2 недели. Для сравнения, при лечении силиконовой повязкой за тот же период восстанавливается лишь 63% поврежденных тканей. Сейчас исследователи работают над производством наногеля в промышленном масштабе. Они также ищут способ превратить мазь в спрей. Ученые считают, что новое средство может произвести революцию в косметической индустрии. Эти пептиды состоят из волокон, которые могут образовывать подобие строительных лесов. В 3D они выглядят как рыболовные сети. Мы можем применять его разными способами, в том числе делать инъекции. Мы планируем использовать наногель как наполнитель морщин, и для этого проводим специальные исследования.